Сойдя с поезда, мы с Мельником выбрались на поверхность у концертного зала имени Королева. Теперь мы были совсем рядом с Останкинской телебашней. Именно тут и завязалась та битва, с которой я начал свой рассказ. Демоны! С тобой все в порядке? Демоны их рассеяли. Надо прорваться к башне. Это наш шанс. За мной, Артём. Не останавливайся ни на секунду. Слева. Они слева. Теперь справа. На крышу лифта. Попробуем отцепить противовес лифта. Давай, давай, упырь я жало, давай! Вуаля! Мне
Мне говорили, пойдешь в армию, будет весело. Держись покрепче, будет трясти. Все в порядке. Фантаз. Ульман? Ульман, как слышите? Мы на башне. Цель скрыта за облаками. Мы поднимаемся. Прием. Ладно, Артем. Нам теперь нужно тебя каким-то образом сюда поднять. Отбили нападение демона. Продолжаем подъем. Стреляй, Артем! Артем, Мельник! Стреляй! Вот черт! Ульман, как слышите? Меня ранили. Будете на связи с Артемом. Прием. Вас понял, полковник. Прием. Лазерное наведение нам тут не поможет, Артем. Облака слишком густые. Теперь все в твоих руках.
Уничтожьте его. Артем, прием! Слышите? Артем, сигнал отличный. Продержись еще минуту, и мы их накроем. Мы остановим тебя. Нельзя позволить ему. Мы уничтожим его.
врагов надо истреблять. Захват цели завершен. Артём, вылетело! Принимайте посылочку! Какой-то мудрец сказал: «Тот, кто воюет из любви к своим близким, повергнет врагов своих. Я вступил в эту войну ради моих родных и ради моих друзей. Я защищал свой единственный дом — метро. И мы победили».